Ребят, хочу с вами поделиться, как проходит мой день. Вот так он проходит. По пояс в воде, в болоте в каком-то, с лягушками. И пытаюсь понять, что такое квадроциклы. Мама родная. Но пока понимаю только, что такое пешие прогулки по болоту. Это какая-то дичь. Ой. Но квадрики каким-то образом плывут. Это удивительно. Снимаю для вас серию. А вы чем занимаетесь? Да, кстати, квадрики не плывут больше.